Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу вам спасибо сказать всем, кто подписался, кто смотрит, кто просмотры делает, кто лайкает. Благодаря вам, тот, который я хотел добиться своего этой жизни, я добился. И он меня поднялся не только здесь, у нас в России и за рубежом. Все, которые здесь, программы и все видео идет, они все запатентованы мной. Да, еще раз говорю, и за рубежом то же самое, запатентованы везде. Довольно популярны они у меня в данный момент в Одноклассниках, ВКонтактах и в Ютубе. Это меня очень радует. И я собираюсь делать кое-какое видео и поставить то же самое. Можете прислать фотографии или снимки своих сайтов, видео, чтобы сделать вам 5-летию, сделать маленький подарок видео и выложить ваши сайты, например, или ваши фотографии, не только друзей и родных. Как видите, у меня очень много видео есть для того, чтобы я делаю как бы просмотры. Здесь мало просмотров, там около 2 миллионов просмотров идет. Здесь что-то непонятно, почему YouTube так тупит. Ну, хрен его знает, бог с ним, но, по крайней мере, это. Ну, то же самое поздравляю тех, кто пишет мне всякие гадости. Ну, у меня есть фильтра, конечно. Я редко расставлю их. Вы просто-напросто, господа товарищи, очень жестко и как-то меня, ну, как вам это сказать, мягко. Вы, короче, я смотрел ваши, кроме сладче морковки и видео, которое воровано, у вас ничего нету. Поймите, вы для меня, кроме сладкой морковки, вы ничего не жрали в этой жизни. И вы хотите что-то сделать или подняться, у вас ни хрена не получается просто-напросто. И вы просто хаете. Мажоры вы хреновы. Просто не могу объяснить. Здесь очень много видео, которые я сделал своим пацанам, которые служили на войне первой и второй компании. Вот этот видео, например. Вот. 15 февраля, День памяти. Вот я разоблачил фиаско. Тоже, блин, гляньте. Довольно хорошее видео, которое... Еще один мажор своровал слово. Это фиаско. Посмотрите, что это за фиаско. Я его разоблачил. Это да. Я многим людям помогаю это все делать, видео. Вот, на долгую память, свой батальон, где я служил, кстати. Посмотрите, может, друзей своих увидите. Вот портреты. Вот опять мой второй ролик идет, своих друзей. Вот город, который я сделал, многие. Вот мои друзья здесь, которых половина нет. Вот комендатура, где я служил, в городе Грозном, Ленинской комендатуре. Если много интересно, хочете, вот про Афган есть, вот ДНК, который меня обули в моем городе, сделали официально просто-напросто. Но ничего хорошего нету, но я добиться еще этого не могу, конечно. Много я программ сам распаковал. Многие программы, они доверчиво сделали моим друзьям, мои друзья добавили. Я у них взял. Многие я дружу со своими друзьями. Многие-многие по миру и по России. И многие мне делают спасибо. Это то, что я хотя бы программу распаковал. Многие. Кому-то что-то доверяю. Кому-то что-то объясняю. Делаю популярно. Это те делаю назло, которые пишут чайники. Сами вы. Не буду материться. Чайники. В натуре чайники. В натуре, кроме морковки, вы сырой, блядь, и не вареный, не жрали в этой жизни. И вы, по крайней мере,
Знаете, на кого хавку подняли? Где я служил и как служил? Я же не говорю, что у меня болезнь, сердечная недостаточность. Я после инфаркта миокарда начал это все делать. Я этого даже близко не знал. Я после 10 суток комы, я проснулся, начал эту гадость делать в голове. Да, я вундеркинд, ну что я могу сделать? Я много не понимаю, но это у меня в голове идет. Многие хают, пускай хают, мне насрать на вас. Да, может что-то в этом интересное есть, много интересного и много хорошего. Но мне хочется вам спасибо сказать. Очень красиво, хорошего слова, например, приятного. Да, много интересного это есть. Я же не говорю, что я, например, болен. То, что меня сейчас просто никто не спасет. Контузия у меня, да, очень жесткая. Да, я бывает не слышу. Я делаю, что там, уши у меня болят, все остальное. Две компании проскакал. 95-й и 2000-й. Что теперь сделаешь? Вы еще в сиську сосали, я уже по горам гонял. Что там, материться на меня? Ну что теперь сделаешь? Ну, сердце у меня, ну, больное, ну что теперь сделаешь? На голову, да, сердце больное. Я же никому не кричу, что у меня сердце больное. Я просто рассказываю, что, чтобы так не болеть никогда. Ничем, чтобы не было это такого. Чтобы никто не болел. Ну и ничего страшного нету. Подумаешь, придет время, пересадку сердца сделает, и все нормально, я дальше, надеюсь, буду жить. От этого никто не застрахован. Ну, еще раз говорю, дорогие друзья, большое спасибо вам. Мне приятно просто напросто с вами работать. И теперь я знаю, что я будет продвигаться, и всегда он будет продвигаться, пока у меня в груди и в мозгах и кровь, и сердце бьется. И мозг мой работает, как работает сейчас, не как раньше. Пей вода, земля, валяйся, блин. Ну, одно и сейчас есть, но не до такой степени. Еще раз вам спасибо всем. До свидания, удачи, делайте, задавайте вопросы. Будем продолжение видео любое, любое видео делать, которое ему понравится. Мы найдем какую-то возможность, мы все равно изменим эту жизнь. Все равно слепим что-то. Да, вот мультики начал делать. Еще раз хотел сказать. И тут я вот, нигде видео нет, и впервые в Ютубе разбил миф, защищенный жесткий диск. По крайней мере, его нигде нет. Спасибо, до свидания. Удачи вам.